Помчались, ребятки. Помчались. Так, вот они уже. А лупы эти. Туху. Фигане. Страшные какие. Ну что ж, вы страшные такие. Вы такие страшные. И не накрашенные страшные. И накрашенные. Нормально. Аллигатор шваркает. Чего? Шлема виртуального, что ли, смотришь? Обломки штурвала. Чуть не оглох. А это мох, прикиньте, вообще. Твою ж медь, у него кроме как ничего и нету. Ну а то. А то. Вы думали, в сказку попали? Надо было аллигатора. Симпотные, да? Офигеть. Ну, если это эти симпотные, то же тогда страшное для вас, сударь. Блин, нихера себе. Ах ты же жмых дырявый. Блять, падла. Не взорвался. Вот это лютая, конечно, дичь с этими, то, что мобы взрываются. Хер с этими баллонами, я уже как-то к этому привык. Но вот то, что обычные сейчас взрываются, вот это, конечно, люто. Так, еды маленько. Что, давай подкрепимся, ёптыть. Ёптыть. Оно еще меня... Вон, я на каком расстоянии от них был, вы видали? На каком расстоянии от них был? И меня задело, у меня ХП падало. А сейчас там будет территория вообще ограниченное пространство. Я сейчас вообще, я не знаю, как там... То есть, там... Хрен с этими баллонами. Но вот эти, то, что сейчас взрываются... Это просто... Это просто издевательство. Это издевательство. Да, а пожрать надо. Бункер бункером, а кушать хочется. Ну, судя по тому, что там взрывом мобов не положило, возможно, это урон не смертельный будет нанесен. Ну, с другой... А
Ну, а с другой стороны, кто его знает, да, на самом деле? Какой там будет Ктулху? А, так я Ктулху вообще поняли с этого, с печенега вальнул. Ктулху с печенега падает. Подожди, а как так я его с печенега вальнул? Я два выстрела с этого делал, с выхлопа. Ракета за рулем, едущая на скорости 120 километров в час, красящие ногти и болтающие по телефону. Вот что для меня ужас. А, вот что для тебя ужас. То есть, если блондин будет ехать за рулем красить Назад ногти, тебе буду будет все ждать. равно. Пачи Ханда Вермаут, пачи Тиасовой. Без порезов. Без порезов? Не понял, в каком смысле без порезов? Что значит без порезов? А, типа разрезать? Или что? Кого? 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 Чего? Не понял, что значит без порезов? Это хэштег такой, без порезов? Без порезов пройти бункер? Я не знаю, как мне... Печенек зарядим. И надо на это на автомате. Ну, он на меня на автомате, в принципе, стоит. Так, у меня, в принципе, есть шприцы, восстанавливающие ХП. Блин, что курят создатели модов? То ботов делают ваншотивших тебя 150-м, то взрывающихся вагом, точка, да и хуже не станет крепким, точка. Мы блондины за рулем не красим ногти, выходим в салон. Смех. Да он не в этом бункере застрял, блин. Он во втором застрял. Блин, а ты в каком бункере? А, но у меня сейчас пока не падает. У меня пока не падает кровь. А, тут будут радиоактивные зомби, получается, которые будут кровь у меня сжирать. Тонавмун, приветствую. Ну я такую механику знаю, да, это новый вид зомбаков. Новый вид зомбаков. Они у тебя кровь отнимают. Блин, челик пишет, кто меня из бункера вытащит. Спрашиваю, в каком бункере сидишь, он, блядь, он молчит. Ну, я не всех зомби прописал, и тут вроде нет. А, типа, здесь нету тех, кто отнимает, кровь будет отнимать. Ой, не знаю, но мне, как по мне, наверное, лучше бы это... Чтобы кровь отнималась, а чем вот такие вот взрыв. Хер с этими баллонами. Ладно, я уже как бы баллона видишь, там уже понимаешь, что это. А вот эти-то солдатики, которые взрываются, это вообще... Сюрприз, сюрприз, блин. Добро пожаловать на канал. Это капец сюрприз. Кого? Ванильным прописывала взрывание или кровь отнимать прописывала ванильным? У, ребятоньки, полетели.
Полетели. Блин, ребятушки, к черту. Так, ну я нашел уже, в принципе, два ножа прикольных. Может, на этом и остановимся, ребят. Ну его нахрен. Офигеть, блядь. Хрена себе тут. Газ, сука. Так, блин. Так, сейчас, ребятки, будет и это выстрел бабах. Бабаха будет. Или не будет? А, перезарядить надо. Передернуть. Да блять. Не взорвался. Вот это я тупанул с прицелами сейчас. Если бы он сейчас взорвался бы, все. Здрасте. Фартануло, фартануло. ХП почему само ушло? Почему оно не должно само уходить? Да, вопрос. Если нет пути перед в комнате, где нашел ножи, есть рубильник, дверь открыть можно. Ну да, все верно. Все верно. Верно. Верно говоришь. Все верно говоришь. Так, ладно, побежали вперед. Ой, блядь. Там скотина какая-то засайтовалась. Махом сразу порезала меня, прикинь. Я только это... Бля, у меня ошибка. Пакет данных ошибка идет. Желтая эта херня вылезла. Только давай без крашей, пожалуйста. Блин, мне надо, чтобы химка эта ушла. То вообще получается неприкольно. А не химка ли это? Да это химка, это ж химка, ребят. Я чё тут, думаете, стою? Я вперед-то не иду, потому что там вон это, блин.
Тут все химкой закидало, прикиньте. Все, блядь, химкой замело. Не видать ни хрена, блин. С противогазом мгновенная смерть наступает не сразу. А при чем тут противогаз? У меня же... Я же от порезов буду откисать, а не от отравления. Блин, сколько их там этих уродов? Я просто вперед не иду, потому что там несколько взорвалось с этими, с баллонами. Я боюсь, что я кляксу подхвачу. Тут газ вот и так возле меня уже шарахается. Дверь закрывается. Блин, сюда надо с противогазом реально идти. Заебись, блядь. Все. Он шотнул меня. Вот и экшон, ребята. Черейт в бункер провален, точка. Ну да. Уже провален. Ебать, блядь. Где я? В Электрозаводске. Ебаный ты сыр. Куругуми. Не это. Ой! Ой, а я в бункере. А не, не это. Смыл, смыл, смыл. Это? Ну нет, конечно. Конечно ж нет, ребятки. Это незаконно. Второй эпизод Марлезонского балета. Мне просто самое интересное, можно его пройти или нет. А, вот оно чё. Понятно, вы поняли, чё тут прикол-то в чём, ребят? Я просто, получается, сейчас этот. Я подопытный кролик, ребятки. Оказывается, сейчас. Ахахахах, запускайте бычка, точка. Броник от сета одевай. Броник от сета? Он что, крепче, что ли? Я-то этот броник одел, что типа он покрепче думал будет. А, так тут перфокарта еще полностью и не уничтожилась, оказывается. Так, ботинки вот эти свои. Я же прописала зомби по определенному принципу. По определенному? Шлем. Шлем тактический. А чё такое? Чё он у меня не оделся? Шлем тактический, блин. Кому-то принципу зомби. А чё за принцип? Чё за принцип, интересно?
Что я запрыгнуть-то сюда не могу? А, отсюда. Так, а где мой печенек, блин? Отмычка уничтожена. Могу сет кошки выдать, он химку держит. Нет, спасибо. Сет кошки. Не-не-не. Нет, нет, нет. По-моему, у меня. Я есть. Нет, не груд. На ВК плей я есть линк. Где печенек-то, бля, я понять не могу. А, в ящике, походу, да, где-то? Это не тот. Вот он. Так, подожди, стой, а шлем? А где мой шлем крутой? Так, успокоились. С ушками прикольно. Сами с ушками там и хвостиками ходите. А я не хочу. Ни с ушками, ни с хвостиком. Боюсь. Да, да. Сэр, кошки, стримеру нужно одеть. Стример должен страдать. Смыл, смыл, смыл. Я страдаю сейчас. Я ищу. А, вот он, шлем. А я не понял, а что ты у меня? Из-за маски не оделся, что ли? А хвостик как держится? Субак помутил. Подожди, я не понимаю, почему у меня... Почему у меня шлем-то не одевается? Что не так, блин? У меня в слоте где-то, что ли, еще шлем есть? А, может быть, из-за этого не одевается, вот. То, что вот здесь? Нет. Блин, я не понимаю просто, почему шлем не одевается, ребят. Да я не буду уже перезаходить. Я уже не буду перезаходить. Я одену. Ну и что? У меня же до этого так шлем был одет. У меня же до этого шлем был одет. Я что думаете так? Да я с сундука снял эту. Сейчас давай вот этот попробуем одеть. Ни один не одевается. Ну, баганулось, да, что-то, ребят. Да какой ПНВ? Ну, у меня же это все где-то было. Сейчас начнете тут. ПНВ мешает. Следующая точка это вот сюда. Получается, заходишь. Тут надо на выхлоп этот одеть. Прицел. ПНВ забыл. Да где я ПНВ забыл? У меня ПНВ не забыто, у меня все нормально. Так, ну-ка стой, пятак. Пятак отсюда, давай вот сюда снимаем. Так, теперь ты. Тебя вот сюда. Тебя вот сюда. Так, кто-то рядом шмаляет. Так, батарейку сюда. И вот ништяк. Здорово, Курт. А мы тут плюшками балуемся. Здорово.
Какой хлоп? Ну это этот, пятизарядный. Это слабенький выхлоп получается. Наверное, с печенегом-то и смысла нету идти. Панама, Панама. Это у нас куртка тактическая. Это что такое? Самодельный нож. Кроссовки из последней коллекции. Это не они по полмиллиона стоят? Вот не вот эти кроссовки случайно? Ну-ка, давай возьмем вас. Вдруг вы полмиллиона стоите. А я вас не возьму. Так, штаны не берем. Берем только... О! Вот он, бронежилет, которого я только что лишился, нашел. Ну ладно, я тот одену. Мне типа говорят, что специально, видать, броня тут прописана под определенную монстру. И что, возможно, если бы я был бы в этой броне, то меня бы монстра не ваншотнула. Вот. Понимаете, что? Так, здесь у нас есть дальше спуск вниз идет. Вы запоминайте, как я бегаю. Вы думаете, я тут все смогу запомнить? Просто тут админ сам еще не знает, можно ли этот бункер пройти. Вот он. Кроль подопытный побежал. Так, здесь тупик, все отлично. Здесь тупик. Берем шлем. Сколько срок? Через сколько начнется у них переспав? Так, здесь тупик. И начнется ли? Вот в чем вопрос. И начнется ли у них переспавн? На запах морковки или яблочко бежишь? Знаешь, мне кажется, я на запах пиздюлей бегу. Вертолет упал рядом. Ой! Блин! Ты-то свиноброллер хренов. Чё сюда припёрся? Блять, уже два здесь. Где у меня там этот восстанавливающий здоровье? Сука. Вот это я сейчас попал тут. Прикинь. Я от них сейчас не убежать не могу, ничего. И они меня сейчас тут пиздить будут. Ну они взорвутся, а тут они по-любому. Один из них взрывается.
Жопа, блядь. У меня где-то есть этот. А, вот стимулянт на 20. Отлично. Бля, надеюсь, сейчас не выгонется. В голову не взрываются. Ну, конечно, не взрываются они в голову. Взрываются. Пусть подальше отойдет. Ну, вроде, смотри, в голову вальнул. Так, перезарядимся. Но я боюсь, что у меня патронов на выхлоп не хватит всех их тут одолеть. Фу. У меня взрывались, когда я ей в голову попадал. У меня они взрывались, когда я ими в голову попадал. И в ногу попадал, они взрывались. А бывало, не взрывались. А у меня все, у меня патронов осталось на выхлоп, хер да нихера. Пошел, конечно, я сюда, ребят, лутаться. Хрен знает, каким раком, макаком. Раком, макаком. Так, бля, Владос там все орет, чтоб его там, чтоб ему открыли. Чтоб его открыли, выпустили откуда-то. Которых крестик на голове не взрываются? В бункере на острове. Там, блядь, так там такой же выход, ты чё? Чувак там просит еще. В бункере на острове его выпустите. Знаю, что там залетало, шальные или еще какие-то залетали. А тут награда вообще какая-то в этом бункере есть? Просто ради чего я сейчас тут так страдаю прям? Эту боль и страдания прохожу. Хотя сейчас там, наверное, админ сейчас такая, ну да, ну да. Ты не знаешь, что ждет тебя впереди. Вот там будет боль и страдания. Я есть. Нет, не группа. На ВК плей я есть линк. Награда в самом конце бункера. Лайки зрителей. Награды 2 ара, может 3. Пиздюли обильные, пиздюли масштабные и муки в агонии. Так. Выбирай. Выбирай. Ни одна не устраивает награда. Ни обильные, ни масштабные, никакие не устраивают звездюли. Так, куда у меня еще одна эта упала? От печенега. Где еще у меня один магазин? А, вот он. Вообще ничего не устраивает. Я
конце суп с пельменями. Пельменевый суп, что ли? Ага. Все, там где-то я видел один проход, который куда-то вел. Скажите мне только одну вещь. Тут через сколько у них начнется переспавн? А? Через сколько у них переспавн начнется? По триггеру. Ай, блядь. Это опять, что ли, вот это? Себя прилично. Матом не ругайся, плечами не толкайся, воздух не порти и лайки ставь исправно. Комната. Бля, и там ваншотники шарахаются, прикинь. Жопа. Так, этого минусанули. Блять, а там взрывные баллоны. Ну, может, не взрывные, но... Так, надо будет сразу просто потом вниз бежать. Кеды забери. Наверное. Кеды забирать? Дорогие, думаешь? А вон там еще этот. Шот-ваншот. Добро пожаловать на канал. Располагайся поудобней. Наливай кофеок, влупи лайк и подпишись по-братски. Ну, мне кажется, мне сюда теперь бежать, потому что там больше этих не было. Ну, то, что я его не пропущу, то это я знаю. Только мне-то надо его, наоборот, не застать. Как-нибудь. Блин, сюда на эти трубы никак не запрыгнуть. Я знаю, я поэтому... Бля, давай там посмотрим. Ну, это просто такая вот... Проход такой дурной. Честно. Дурной такой проход. Опа. Так, мне показалось, что там кто-то спавнился. А это не открывается. Ой, блядь. Они уже начали переспавниваться, поняли? Офигеть, блядь. Вот это прикол. Они уже переспавниваются. Ну там больше... Блять. Что-то прям запутанный какой-то лабыч.
Реально запутанный. Так триггер-то он один раз активируется, а не постоянно. А, в смысле, я то, что... Я их триггерю, получается, что ли? Сучки. Да блять, да что ж за ебаный шашлык то тут творится, а сука, как тут блять выжить? Что ж за ебучее безобразие? Все, нахуй, опять сдох. Ебать его! Там наверх туда? Там наверх? Вот в эту дверь заскочить. Там ходят баллон и ваншотник ходит. Вот как туда прорваться, блядь? И эти взрываются еще, ебать. Ебать, я в Светлоярске. Ой! Куда ж ты бежишь-то, лошадь облезлая? А что если Пенни и Настя вместе пойдут? Кинг-кинг, пачи, эйс. Так, ну, по крайней мере, смотри, разгрузка не взорвалась. Так, аллигатор идет на тройку. Бинтик идет на четверку. Да, все правильно. Фу, так, меч забираем. Пока нет, не забираем. Куртка. Куртку забираем. Штанишки. Рюкзак. Может, ставки уже начать делать, докуда Витя дойдет? Докуда Витя дойдет? Докуда? Докуда? О, шлем оделся. Все, ребятки, оделся шлем. Докуда дойдет Витя? Эх, интересный у вас вопрос. Так, ну, я прочитал, что ты мне написала, но мне, чтобы это понять... Почему бы и нет, только без админа? Присоединяйся к игровому сообществу Пеппа Линк. Так, мне надо перекусить. У меня еда просаживается. Подожди, это на пятерку, это сюда. Где мой печенек? Это сюда. Фу, ребятки. А, ёпты. А, еда-то целая осталась. Спас пакетик. Давай. Вон опять скотина вылезла. Thank you.
Привет. Ты откис, что ли? Алексей, здорово. Я уже дважды откис. Я уже откис дважды. Представляете? Представляете такое положение? Откисаю по дефолту. Здесь просто я. Тебя опять админ вышел. Ну да. Надо мной админ ставит эксперименты. Другими словами, издевается. Я сейчас, короче, прям сейчас наверх вот туда забегу, ребят. Прям туда вот наверх сейчас забегу. Ладно. Они вроде там отошли. Больше некуда идти. Все, я там, там все входы закрыты. Там больше идти некуда. Так, тут газ, да? Примера дружеским донатом можно тут линк. Веди себя прилично, матом не ругайся, плечами не толкайся, воздух не потилай. Блять, ребята. Это вон какой бункер. Ёб твою ж медь. Ребята, это бункер в одного-то не пройти. Все, вдвоем надо идти. Там надо давление. Там надо давление регулировать. Там надо перепад воды регулировать будет, чтобы один был наверху, другой открывал, закрывал. Опа, блядь. Можно по очереди крутить. Настю бери, пусть тоже страдает. Да вопрос-то не в том, что крутить по очереди, ребят. Я когда внизу буду...
Мне наверх не подняться. Мне нужен человек, который будет наверху краны крутить. Понимаете вы это? Туда-то попасть я попаду. То есть я отключу воду, она, и я могу спрыгнуть. Но наверх я уже не подымусь. Вот оно в чем прикол здесь. Так ты в одну-то можно спуститься, в одного-то спуститься, можно спуститься в одного. Но не подняться. Так, подожди, как тут они? Не, ну... Бункер он это... На то он и бункер. Так. Так я в таком-то не был бункере. В прошлый раз. Я же не в таком был. А, здесь получается... Ой, блядь. А, это... Ну да, так я был туда, я когда мобов не было. Ну, когда бы не было мобов, было попроще. Было попроще, когда не было мобов. Я просто не помню, как я его в тот раз проходил. Там до конца сейчас надо будет бежать или нет? Вагонетку залезть не получится. А толку-то?
Вагонетка от Химки не спасет. Вагонетка не спасет от Химки. Видишь, в чем проблема-то? Так, можно сюда залезть. Ох. Где-то там еще один шарахается. Блять, падла. Да ладно, ты опять надымил. Да угораешь, что ли? Да ладно, ну нахер надо. Так, давай тогда врываемся, короче, пиздец какой-то просто, конечно, ребят. Так, эти вдвоем упали. Блин, кто-то тут бегал, а я не понял, кто. Я думал, по вот тут бегал кто-то, а здесь нету никого, получается. Там проходов нету, все. Значит, сюда. Подожди, здесь тупик. Так, а тут тупик. А. В смысле? Смысле, бля. Это выход.
Подожди, а... Вот это данж. Ребята замутили. Молодцы. Не, подожди, ну, блядь. Данж-то данжем замутили, а... А приз-то где, ёптать? Я к выходу пришел. Или это не выход? Это что такое там, блядь? Сектор приз на барабане. Приз размазан тонким слоем по всему данжу с моей улыбкой. Юмористы, бля. Приз на выходе. А, вон он, ящик лежит, ёптать. С призом, ребят. Я его попытался взять, он не взялся. А, вот. Блин, что-то это. Это у меня не берется он. Да я вижу, что ящик, но... То ли у меня что-то залагало, пролагало. Но ящик, я не могу ящик взять. У меня что-то лагануло или что? Я сейчас перезайду. А! Сервер, походу, крашнулся или что? Или у меня крашнуло.